Я не знаю, какой-нибудь искашный мод. Ренат. На прямую связь снова выходит наш корреспондент Павел Мельник. Он работает на Большом Москворецком мосту. Павел, снова здравствуйте. Что вам известно к этой минуте? Как мы понимаем, пока у Следственного комитета немного комментариев, но тем не менее. Здравствуйте еще раз, Антон. Большой Москворецкий мост перекрыт для движения автомобилей. Здесь на месте происшествия продолжают свою работу оперативники, криминалисты, следственные органы. Вот можем наблюдать прямо в эти минуты, как несколько автомобилей скорой помощи, а также под расцветкой Следственного комитета заезжают сейчас на... Владимир Путин голосовал бы за Януковича. Он ёбнутый Владимир Путин, чтобы вы поняли. Понятно, да? Вы мне такие вопросы задаете? В Барвихе сидит или нет? Да. Так, вот сейчас вот вы скажете, и у вас лежат лицензии, вот если этого процитировать. Это уже пошло в прямой трансляции. Мне трудно давать советы. Мне кажется, что главная проблема Украины – это сохранение государства. И вы должны такой формат государства предложить, который бы был жизнеспособным. Я не знаю, что это такое. Я понимаю лицемерие и фарисейство Путина, когда он предлагает федерализм, потому что сам он в России федерализм уничтожил. И я вам, как основатель российского государства, автор Конституции российской, могу вам сказать, что, конечно же, все, что было с федерализмом, покончено. И с местным управлением тоже. Он на днях протащил поправки об отмене выборов мэров, депутатов.